друзья, с вами канал Дневник Коренного Крымчанина. И сейчас я пройдусь по улице Московской до автостанции. И буду идти вам и все показывать, и рассказывать. Ребят, ну первое. Смотрим. Вот это подземный переход. Вот это такие улицы. Был просто селевой поток. Вы, наверное, слышите, как бурлит река. Это вот, если посмотреть, это находится подземный переход, но его снесло полностью, его нет. И сувенирная продукция, сами видите, сколько здесь грязи. Наводят порядок. А река все бурлит и не прекращает свой поток, обильный поток. Маршрутные автобусы не ходят. Троллейбусы не ходят. То есть полгорода парализовано. Это вот такая обстановка в Ялте на улице Московской. Обратите внимание на дорогу, которая высохла от селевых потоков и от проезжающих машин. Поднимаются клубы пыли. Стоит пылевая завеса, как туман. Очень пыльно. Сейчас, конечно, лучше ходить в масках. Сами понимаете, почему. Вот по этой аллее бурлила вода вчера.
Вот такая бурная река. Ребята, и вот здесь подземный переход. Я вам сейчас покажу разрушение. То есть подземный переход подтоплен, и мост практически разрушен. Так, теперь надо пройти аккуратно. И вот так выглядит сейчас остановка. И это подземный переход.
может быть, после такого потопа все-таки ливневку в Ялте сделают? Напрашивается вопрос. Бурлит, маршрутки не ходят. Друзья, ну пройдет пару дней, 3 дня, 4 дня, неделя, опять курорт заживет своей жизнью, приедут отдыхающие и будут отдыхать и купаться в нашем черном ласковом море. Ребята, вот на противоположной стороне дом, он полностью разрушен, затоплен и разрушен. Дымка в Ялте стоит, пылевая завеса, как туман.
Ну вот, друзья, пришел я на автостанцию. Сейчас сяду на маршрутку и поеду домой. Друзья, с вами канал Дневник Коренного Крымчанина. Подписываемся на канал, ставим лайки. И не забываем оставлять свои комментарии. Еще увидимся. Пока-пока. Друзья, вот сейчас я сел на маршрутку и еду домой в Алушти. И буду тоже снимать по дороге. Сейчас выезжаем из Ялты. Проехали Массандру. И удивительно красивое небо и крымские сосны. Чижик-пыжик проехали. И наше черное ласковое море. И там вдалеке Ялта. На сегодня говорим до свидания, Ялта. Ехал, где вино и сыр. Там откуда-то вода течет. Текла, когда вы ехали, да? Там, что там прорвало? Водопровод, наверное. Ну, там обильно тогда службы. Какие-то. Ребята, вот здесь находится Никитский ботанический сад. Ребята, обратите внимание, Медведь-гора, Аюдак. Сейчас будем проезжать мимо. Вот она, прямо по курсу. Не две скалы, а Долары. Айданиль проехали. Ездят как хотят. И сейчас мы подъезжаем в Бурзуфу. Из Алушты сюда есть морские прогулки до Бурзуфа.
внизу поселок городского типа Гурзуф. И это остановка Гурзуф. Кафе, пекарню проехали. Мадера. Сотый бензин 61 рубль. Круто. Это не сказка, это Крым. Тропка, можно по ней спуститься сразу в поселок. Друзья, сейчас подъезжаем мы к Артеку. Да, гора Медведь. Это центральный въезд. Большую Ялту и за горой Аюдак. Дальше будет уже Алушта. Большая Алушта. И продают ялтинский лук. Ну и медок. Ялта закончилась. Уезжаем в Балу.
инспекторы ДПС. Ты смотри, на мотоциклах. Супер, байкеры. Да? А, байкеры. Очень мобильные. Так, что тут у нас по ценам с бензином? 95-й 53 рубля, а также не увидел. Дистоплива 51 рубль там с копейками. Друзья, и там внизу поселок городского типа Партенит. Отсюда не видно. Здесь угодье виноградников. И там вот какие-то раскопки. Это не раскопки, это Шархинский карьер. Добывают диорит. Вот Партенит. Вот эта дорога как раз ведет в Партенит. Еще немножко, и мы будем в Алушке. А до Симферополя с Партенита 53 километра. Это Пушкина и вот стрелочка Запрудная. В Запрудном этот самый классный ялтинский лук растет. Луку самое главное наша шиферка, земля. И солнце. И вот здесь, смотрите, друзья, тут что-то такое прорвало, но уже устраняют. Это последствия ливня. Она крымско-татарская кухня. Обязательно надо заехать, если вы едете на своем транспорте. И вот здесь еще есть вино и сыр. Обязательно посетить это место надо. Наши крымские вина. Кипарисное. Проезжаем мимо, это утес Санта-Барбара и Малый Маяк. И вот это нагромождение камней идет вниз. Это Кучук Ломбардский каменный хаос. Так называют это место. Это Малый Маяк. И великолепная панорама на наше Черное море.
вот прямо там гора Диберджи. А правее там Читтербак, вот кусочек там видно, вот практически не видно его из-за горы. Друзья, вот это затерянный мир. Лесной ресторан. Въезжаем в Алушту, и вот здесь, если повернуть направо, можно попасть в профессорский уголок. Так, друзья, ну я с вами прощаюсь, сейчас будет остановочка, я буду выходить и идти домой. Все, до новых встреч, друзья, еще увидимся.